Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале «Микробиологии и инфекции». И я думаю, что многие мои подписчики знают, что недавно состоялся первый прямой эфир, первый стрим на моем канале, где я отвечал на ваши вопросы. Вот. И данный прямой эфир длился 2 часа, которые на самом деле пролетели для меня практически незаметно, потому что вопросов было много, вопросы были многие очень интересные, мне было интересно на них отвечать, мне было интересно с вами общаться, и полную запись этого эфира, 2-часовую запись, вы можете найти на моем канале. Вот. Но я прекрасно понимаю, что все и вы, и мы, люди заняты, и не у каждого найдется время, чтобы просматривать 2 часа эфира, чтобы найти какие-то наиболее интересные темы. И вот поэтому я решил сделать такой экспресс-обзор, то есть выделить наиболее интересные вопросы, которые обсуждались в процессе вот этого вот эфира. И поэтому я решил составить такой топ-5 наиболее интересных вопросов. Я думаю, что они будут интересны не только мне, но и вам, потому что они касаются достаточно актуальных практических вопросов микробиологии. Итак, начинаем! Итак, мы начинаем наш топ, и 5-е место занимает следующий вопрос. Здравствуйте, учусь на биотехнолога, и вот немного не понял о секвенировании. Читал Википедию и ролики смотрел, но так и не понял, как и с чем работают. Можете объяснить? Заранее спасибо. Ну что ж, с удовольствием отвечаю на ваш вопрос и постараюсь буквально в 2 словах рассказать о принципах классического секвенирования. Пожалуйста. Значит, есть классическое секвенирование, есть современное высокопроизводительное секвенирование. Вот. Метагеномика, о чем я говорил, это относится к высокопроизводительному. Еще называют NGS, Next Gen Sequencing, секвенирование следующего поколения. Короче, в основном все проходят, вот кто учится, классическое секвенирование, оно же секвенирование по Сенгеру. Значит, поэтому я 2 слова скажу о классическом секвенировании первого поколения по Сенгеру. Сейчас оно наиболее доступно. Значит, что, как это на практике применяется? На практике это применяется для идентификации. И с точки зрения идентификации это считается более надежный метод, чем, там, например, MALDI-TOF или чем там, классическая биохимия. Значит, что берется? Значит, для секвенирования нужно выделить чистую культуру. Значит, мы берем, выделяем чистую культуру, и, значит, выделяем из нее ДНК. Вот, кстати, там был вопрос про выделение ДНК. Еще раз спрашивали меня про выделение ДНК грибов. Я вот заодно отвечу именно по грибам. По бактериям там обычно проблем с выделением ДНК нет, ну, как правило. А с грибами бывают проблемы, трудно выделить ДНК. Поэтому существуют специальные киты, то есть наборы, да, для выделения ДНК. Значит, у нас сейчас... Я не могу сказать, что процесс вот этот вот отработан, вот, но мы очень часто мы делаем выделение с обычными наборами, выделение не проходит. Нужны специальные наборы. И тут я могу вам порекомендовать, значит, набор, который, соответственно, по литературным данным хорошо работает на грибы. Это набор для выделения ДНК растений. Так сказать, посмотрите по интернету, несколько таких наборов, в общем-то. Так что наборы для выделения ДНК растений должны хорошо работать на грибы. Значит, продолжаем дальше. Выделили ДНК. Ну, допустим, на примере грибов я рассказываю, это не важно, потому что это все одинаково для грибов, для бактерий. Значит, это я про секвенирование по Сенгеру рассказываю. Значит, выделили ДНК. Проводим ПЦР. ПЦР мы проводим к специальным праймерам. Значит, для грибов это праймеры ITS, а для бактерий это обычно 16S. Это универсальные праймеры. То есть праймеры, которые то есть это паттерны, которые есть у всех бактерий. То есть наша задача сейчас поймать куски, значит, ДНК, которые, с одной стороны, общие 100% есть у бактерий, а с другой стороны, несут какую-то индивидуальность видовую. Вот у грибов это ITS, у бактерий 16S. Проводим ПЦР.
провели ПЦР, получили продукты. И вот эти продукты мы уже начинаем секвенировать. То есть у нас есть куски в соответствии с праймерами, да, вот куски фрагментов генетического кода определенные. Их, этих кусков много, мы получили в результате ПЦР. Мы эти все куски загружаем в секвенатор, есть такой прибор. Секвенатор запускаем, и что делает секвенатор? Он в каждом этом куске определяет последовательность нуклеотидов. Нуклеотиды какие у нас есть? А, Т, Г, С. Соответственно, в этом куске он определяет последовательность нуклеотидов Т, С, А, Т, 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 Г, С, 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 А, 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 Т. Определил последовательность нуклеотидов. Обычно это кусок, ну, где-то там, не знаю, 300-400 нуклеотидов. Ну, примерно порядок такой. Определили, и мы использовали специальные праймеры, чтобы этот кусок, вот этот вот он был, индивидуальный для каждого вида. То есть мы получили вот этот кусок с видоспецифичный. И теперь наша задача понять, какому виду он, значит, соответственно, принадлежит. Значит, что мы делаем? Мы идем, загружаем либо специальную программу, либо базу данных, либо идем на сайт BLAST, NCBI BLAST. В общем-то, кому надо, тот найдет. В общем, занимаемся так называемым бластованием или выравниванием. Что такое бластование или выравнивание? Это делается, значит, опять же, онлайн. То есть мы берем наш кусок, туда загружаем, и программа в базе данных нуклеотидных последовательностей ищет ту нуклеотидную последовательность, которая к нам ближе всего. И через какое-то время думает, полторы-две минуты, потом выбрасывает список тех микробов, тех штаммов, которые уже туда загружены, и последовательность которых наиболее близка к нам. И мы смотрим на первую строчку, и то, что на первой строчке, это, скорее всего, и есть наш, что называется, клиент. И вероятность там обычно бывает 99 с чем-то процентов. Вот так работает секвенирование в практическом микробиологическом смысле. То есть у него там много всяких различных приложений, но если на пальцах, вот это называется классическое секвенирование по Сенгеру, то есть это мы его, микробиологи, используем как референс-метод, четкий, надежный, достоверный метод для идентификации. Потому что, повторюсь, с малдитов могут быть проблемы. У малдитов база, она тоже не бесконечная, база у него ограниченная. А 16S и вот эти вот базы нуклеотидов, они гораздо более информативны. То есть обычно, вот как в науке, каждый, кто получил какой-либо нуклеотидные последствия, он загружает в эту базу. Вот, и поэтому там очень много, поэтому она очень большая. Итак, продолжаем наш топ, и четвертое место занимает следующий вопрос. Расскажите об актуальных и неактуальных методах микробиологической диагностики бактериальных заболеваний у человека. В рамках этого вопроса я осветил вкратце такой современный, мне кажется, очень актуальный перспективный метод диагностики, как метагеномное секвенирование. И именно сейчас я о нем расскажу. Значит, что такое метагеномное секвенирование? Есть какой-то локус в организме, ну, например, слизистая оболочка. Там какой-то есть микробная популяция. Значит, и там начался какой-то инфекционный процесс. Значит, классический метод. Мы берем оттуда мазок, делаем посев, выделяем микробы. Как я уже сказал, лишь небольшой процент микробов выделяется на питательных средах. Что такое метагеномика? Мы берем мазок, проводим ПЦР по определенному участку, 16S, ну неважно, допустим. Проводим ПЦР и потом проводим метагеномное секвенирование. То есть мы секвенируем все образцы, все фрагменты ДНК полученные, мы их секвенируем, потом мы их анализируем, всего того, что там было, и таким образом мы получаем представление о генетическом материале всего микробиома, который был вот там, вот в этом образце. То есть, понимаете, это не одна-две бактерии, которые мы выделили в культуре, это, так сказать, ну, если не весь микробиом, то большая его часть, 90% там или сколько-то,
того, что действительно присутствует. Потому что мы работаем, классические методы – это вершина айсберга. Метагеномное секвенирование это, да, мне кажется, это даже перспективно. Это не то, что перспективно, за этим, в общем-то, в принципе, в той или иной степени будущее. Да? И уже сейчас мы проводим такие исследования, но, разумеется, все это, так сказать, в рамках research, то есть исследований, да. Потому что, значит, сейчас говорить о том, что все это поставлено на поток, рано. Даже за рубежом нету лабораторий, которые проводят это для диагностики. Для диагностики именно медицинской. Есть лаборатории, которые проводят это в качестве research. Опять же, исследователи, то есть они пишут, это research, и мы как бы снимаем с себя всю ответственность. Вот. Значит, я, вот, компьютер мой плохо видно, к сожалению, да, но вот я хотел бы вам показать несколько результатов, как это выглядит, как выглядят результаты метагеномного секвенирования. Ну, вот сейчас вы видите, да, вот диаграмма. Вот такая пришла к нам диаграмма. Это совокупность всех бактерий, в частности, выделенных из слюны. Причем здесь вот идентификация до... всего лишь до рода, да, то есть вот здесь различные роды, то есть нажав на каждый из этих показателей, мы его расширяем, да, то есть мы входим в подменю, там видим уже более подробные данные по этому, ну, например, да, здесь бактероиды, да, бактероидалис, то есть я нажал, здесь смотрю более подробно, значит, привателла 49%, бактероидес 32%, парфиромонас 13%, парабактериоидес 5%, да, то есть это те данные, и так по каждому таксону, да, по каждому таксону я получаю развернутые данные. Вот сейчас я открою табличку, где все это в табличном виде. Вот это конкретный один анализ из слюны, выделено вот в табличке, да, в экселевской табличке, 761 микроорганизм выделен из образца слюны. То есть вы представьте, да, какой это объем, так сказать, знаний, да, объем информации. И здесь в процентах представлено содержание каждого таксона. Там стриптококки 21%. Нейсерии 8%, привателлы 8%. То есть говорить, то есть бесспорно, это крайне перспективный, крайне информативный метод, метагеномное секвенирование. Я не буду говорить о том, что он сейчас, конечно же, дорогой, и провести его можно, ну, в основном сейчас отсылают на, так сказать, за рубежом. У кого есть такая крайняя необходимость, врач рекомендует, отсылают анализы за рубеж. У нас это тоже потихонечку внедряется. Вот. Но смотрите, помимо того, что метод дорогой, нужно еще, что нам нужно? Нам нужно научиться интерпретировать эти данные, правильно? Вот вы сделали анализ, там, допустим, кто-то сделал анализ там, за несколько десятков там, или сотен, я не знаю, получил вот такой результат, вот такую табличку в Excel, где 760, значит, таксономические единицы. Что мы дальше делаем, да? И вот сейчас самая важная проблема в метагеномике – это найти вот те алгоритмы, которые помогут нам интерпретировать, да, интерпретировать вот, клиническую значимость. Потому что выделить нам мало, нам нужно еще определить клиническую значимость этого микроба. Сейчас ведутся эти разработки, и я в меру сил, конечно же, стараюсь... заниматься таким анализом. Разумеется, это все в научных целях. Для диагностики, пока что говорить о внедрении в диагностику рановато, потому что сам механизм, алгоритм, он еще не очень отработан, не очень понятно, как интерпретировать эти результаты. Я уж не говорю о том, что эти методы должны быть как-то официально, эти методики утверждены, так что поэтому это дело обозримого будущего.
Итак, продолжаем наш топ. И третье место занимает следующий вопрос. Насколько перспективны лекарства, направленные на кворум-сенсинг, систему бактерий для борьбы с биопленочными инфекциями? Как видите, вопрос серьезный, вопрос научный, но постараюсь на него ответить достаточно кратко и понятно. Биопленочные инфекции – это очень актуальная тема для науки, потому что выяснилось, да, недавно, относительно, я в кавычках, да, беру, недавно это выяснилось, то, что практически все микробы, они образуют биопленки, то есть формируют, они находятся не в планктонном хаотическом состоянии, а формируют такие сообщества, причем организованные сообщества, и, так сказать, развитие многих инфекционных процессов на слизистых оболочках, на каких-то полостях, они связаны с образованием биопленок. Ну вот, например, что такое вот привести там наиболее такое? Ну, например, вот вагинальный кандидоз. Биопленка, обусловленная дрожжевыми грибами. То есть, когда, если бы эти грибы были в планктонном состоянии, ну, они проходили бы там, их смывались бы, и там функции эпителия защитные бы убирали, и все. Биопленка, это, так сказать... Значит, что такое биопленка в двух словах? Вот одна дрожжевая клетка как-то умудрилась адгезироваться к поверхности, к эпителию. Хорошо, адгезировалась и сидит там себе спокойно, ничего не делает. Потом другая рядышком, да, так тоже присоединилась, тоже сидит спокойно, ничего не делает. Это я говорю про quorum sensing. Потом раз по соседству уже так 5 таких клеточек присоединилось, по соседству 10, они друг с другом пока что никак не контактируют, но они, по крайней мере, присоединились, уже там держатся. И когда таких клеточек наберется там 1000, это я примерно говорю, да, у них начинается quorum sensing. Quorum sensing – чувство кворума, чувство толпы, чувство массы, чувство сообщества. Что это такое, как все это работает, это можно докторскую писать. Начинают выделяться особые вещества для коммуникации, то есть бактерии коммуницируют между собой с помощью веществ. И вот, они начинают выделяться только тогда, когда достигнута определенная масса популяции. И вот когда только... Почему это логично? Когда они поодиночке, их мало, они не могут вызвать патологию, защитные силы организма сильны. Когда они объединяются, они вместе объединяют свои инвазивные силы, и тогда уже вызвать заболевание им гораздо проще. Да? То есть примерно понятно, о чем речь. То есть за счет вот этих молекул они коммуницируют, и, собственно говоря, это является стартом, выстрелом к тому, чтобы они начинали проявлять патогенные свойства. Ну, например, продуцировать ферменты протеолитические. Пока их мало, они молчат. Но с людьми точно так же. Да? Пока как бы... Сообщество маленькое, оно молчит, оно тише воды, ниже травы. Но когда сообщество большое, объединенное одной идеей, оно чувствует силу, оно уже начинает выступать. Quorum sensing то же самое. Как только они почувствовали микробы свою силу, они раз и включают свои факторы патогенности, протеазы, липазы, гемолитические ферменты, все что угодно, и массовый такой идет выброс. И, так сказать, таким образом им преодолеть защитные силы, вызвать патологический процесс гораздо проще. Значит, тема эта активно изучается, в том числе и в нашем институте. Разрабатываются средства на основе quorum sensing. Ну, то есть механизм там, грубо говоря, достаточно простой. То есть пресечь вот эту вот коммуникацию за счет этих веществ. То есть нарушить коммуникацию. И причем, ну, например, известно, что в том же самом банальном чесноке есть, значит, вещества, которые нарушают вот этот quorum sensing. То есть, что говорим, да, и, конечно же, разработки эти перспективные, но это, сами понимаете, такие вещества принимать есть смысл, когда инфекция в какой-то начальной стадии. Если биопленка уже сформировалась, то и мы пытаемся подавить там quorum sensing, но эффективность будет крайне низкая. Поэтому разрабатывают средства. Первое, значит, это направление для, так сказать, можно сказать, профилактики образования биопленок. И второе направление, это когда уже биопленка образовалась, и разрабатывают вещества, разрушающие вот эту биопленку. Ну, надеюсь, в двух словах понятно.
Итак, друзья, мы приближаемся к вершине нашего топа. И второе место занял следующий вопрос. Он носит исключительно такую практическую направленность и звучит следующим образом. Мы мучаемся третий год, высеваем синегнойку. Чувствительность на азитромицин, однако никакого эффекта не наблюдается. В чем может быть причина? Вообще, я уже говорил о том, что не очень люблю вопросы, связанные с лечением, с терапией, потому что лечением должны заниматься не микробиологи, а врачи. Но, тем не менее, в данном вопросе я поднимаю темы как раз-таки самолечения. И я думаю, что этот вопрос будет интересно послушать не только конкретно этому пациенту, но и другим людям, которые склонны заниматься самолечением. Итак, приступаем. Микробиология может поставить диагноз, но рекомендовать лечение должен всегда врач, потому что, конечно же, там очень много тех нюансов в плане, лечащий врач видит пациента, он видит его анамнез, он видит его анализы, лечащий врач представляет, какие схемы могут применяться в конкретной локализации, он представляет, что пациент пьет в настоящее время, какие лекарства, то есть, соответственно, учитывает межлекарственное взаимодействие и массу других факторов. Поэтому, поэтому я всегда воздерживаюсь от советов конкретно давать какие-то, так сказать, рекомендовать какие-то лечебные препараты. То есть единственное, что я могу сделать, это прокомментировать, когда мы выдаем результаты заключения, мы, конечно, там есть антибиотикограмма. И микробиолог может прокомментировать на свой субъективный взгляд, значит, что-то выделить из тех препаратов, которые, так сказать, например, проявили чувствительность, да, но опять не надо это воспринимать как, собственно, руководство к действию, к лечению. Итак, вопросы от пациентов. Мы мучаемся третий год, высели синегнойку, чувствительность на азитромицин, сумомет. Пьем 7 дней, температура стала еще выше. В чем причина? Я в шоке. Почему я привел вот именно этот вопрос? Потому что здесь вот конкретная такая вот иллюстрация, судя по всему, самолечения. Да? То есть человек не пишет о том, что это врач назначил при синегнойке азитромицин, то есть сумомет. 99% это пациент сам, собственно, купил вот этот вот препарат. Причем азитромицин – это какая-то притча во языцах. Очень многие его, насколько я знаю, любят, в том числе и для самолечения, что, на мой взгляд, совершенно неоправданно. Вот, и, значит, в чем здесь самый яркий вот такой наглядный пример, что нельзя заниматься самолечением? В том, что азитромицин и вообще большинство макролидов, на какую группу микроорганизмов они работают преимущественно? Напишите мне в чате, грамм плюс или грамм минус. Я смотрю за чатом. Ответа нет. Ну что ж, уважаемые подписчики, макролиды, это куда относятся азитромицин, эритромицин, это группа антибиотиков, которые работают грамм плюс. Правильно. Правильный ответ. Это группа антибиотиков, которые работают на грамм плюс микроорганизмы. То есть это что? Это стафилококки, стрептококки, энтерококки, грамм положительный, в основном стафилококки, стрептококки. Соответственно, если вы считаете, кто-то это прочитали в форуме, что вот есть такой отличный препарат сумомет, который от всего помогает, и берете его и начинаете применять, хотя у вас там выделилось грамм минус, то есть там синегнойка или еще какой-то микроорганизм, это в корне неправильно, потому что эти макролиды, они на грамм отрицательные микробы практически не работают. И, соответственно, я пишу в ответе этому пациенту, азитромицин вам назначили? Довольно странно. Макролиды обычно на грамм минус не работают, малоэффективны, мягко говоря. И, видимо, после этого, значит, пациент решил прочитать литературу. Вот те раз. Я действительно литературу прочитал, азитромицин нигде не увидела.
И соответственно, раз уж вы ладно уж я уж не говорю про то, что нельзя заниматься лечением, если уж вы начали, так вы хотя бы почитайте, на что этот препарат ориентирован, на какой микроорганизм, хоть элементарная какая-то грамотность должна быть. Вот, следующий момент. Сразу же этот человек пишет: другой антибиотик гентамицин может попробовать. Друзья, если у нас будет такой подход к лечению, даже к самолечению, что может попробовать это, может попробовать то, у нас вот эта проблема антибиотикорезистентности, она не то, что никуда не уйдет, она будет только усугубляться. Вы должны понять, что вот этим тестированием вы сами себя, сами свою микрофлору, микробиоту приучаете к антибиотикам, и настанет такой момент, то, что ни один, даже самый эффективный антибиотик у человека работать эффективно не будет. Вот, поэтому, значит, мой универсальный совет, значит, людям с подозрением на инфекционное заболевание, первый – это бак-посев, бак-анализ. То есть нужно, если подозревается, да, бактериальная инфекция, нужно подтвердить ее, соответственно, бактериологическим исследованием. Это очевидно, но это делается далеко не всегда. Причем понятно то, что есть разные лаборатории, к разным лабораториям разное доверие. В идеале, конечно, при ряде патологий, например, при поражениях, когда вот отходит мокрота, да, респираторная, рекомендуется сдать несколько, значит, несколько последовательных анализов. Назначать на анализ должен тоже врач. Он должен вас проконсультировать, как отбирать материал. Он должен вас проконсультировать, что, возможно, потребуется повторная, да, повторная сдача. Все вот эти нюансы, поэтому прежде чем даже сдавать анализ, проконсультируйтесь с врачом. Второй момент, потому что я знаю, что многие люди, они вот сдают и сдают материалы, и, собственно говоря, на свое усмотрение. И это не всегда правильно. Вот, значит, первый момент, нужно сделать бак-исследование. В бак-исследовании будет проведена, значит, соответственно, индивидуальная чувствительность. То есть мы определим, посмотрим, каким препаратом чувствителен конкретно ваш возбудитель. Вот сейчас, в наше время, я вот уже об этом и снимал видео неоднократно, достаточно большой процент, он все увеличивается, микробов, которые панрезистентны, множественная устойчивость, бета-лактамы, карбапенемы, фторхинолоны, аминогликозиды. И все вот это вот в одном, так сказать, в одном флаконе, в одном букете. То есть такие случаи от чего? От того, что растет вот эта вот резистентность. То есть и после того, как вы получили антибиотикограмму, не надо выбирать для терапии тот антибиотик, который вам понравился. Опять же, назначить антибиотик и назначить курс должен ваш лечащий врач. Ну что ж, друзья, первое место в нашем топе занимает вопрос на тематику, связанную с устойчивостью к антибиотикам, с антибиотикорезистентностью. И я думаю, что этот вопрос в той или иной степени касается каждого из нас. Звучит он следующим образом. Интересует механизм образования резистентности бактерий к антибиотикам. И, отвечая на этот вопрос, я поднимаю тему не только механизмов образования резистентности у бактерий, у бактериальных клеток, но и затрагиваю несколько более широкий аспект, как приобретает резистентность микробиом человека в целом. Почему наши микробы, которые содержатся в нашем организме, приобретают устойчивость к лекарственным препаратам. Я думаю, это интересно также и вам. То есть, что такое антибиотик? Антибиотик – это, собственно, вещество, которое что-то нарушает в бактериальной клетке. Либо это синтез ДНК, либо это синтез, например, клеточной мембраны, например, бета-лактамы нарушают синтез мембраны бактериальной клетки. И, соответственно, бактерии научились противостоять вот этим вот чужеродным веществам. Все антибиотики для бактерий – это чужеродные вещества. Есть механизмы такие вот универсальные для природы. Механизм эфлюкса, выброса. Вот у синегнойки, у псевдомонаса эрогеноза, он очень хорошо развит.
да, то есть практически все, в чем этот механизм эфлюкса, то есть все, что попало в бактериальную клетку чужеродное, оно выбрасывается, то есть просто извергается, да, из среды клетки. И вот у псевдомонаса, у него эфлюкс очень хорошо развит, поэтому она зачастую устойчива ко многим антибиотикам, ко многим классам антибиотиков, и бороться с синегнойкой действительно проблематично, потому что она в природе научилась вот этому вот, вот этой ситуации выбрасывания из клетки всего чужеродного. Есть механизмы антибиотиков, которые, как я сказал, препятствуют, ну, например, синтезу клеточной мембраны, да, бета-лактамы. Соответственно, бактерии, как научились противостоять, они вырабатывают ферменты, разрушающие вот этот вот антибиотик. Соответственно, если антибиотик бета-лактам, ну, например, пенициллин, то бактерии научились вырабатывать бета-лактамазы. Бета-лактамазы – это, соответственно, бактериальные ферменты, которые расщепляют вот эти вот бета-лактамы. Инактивируют, гидролизуют, в общем, разрушают, и антибиотик не может работать. Вот, соответственно, в двух словах, вкратце, вот такой вот механизм, значит, образования резистентности. Вот. Но это, так сказать, химия, да? А как образуется резистентность у макроорганизма, например, у человека? То есть, вот почему, то есть, как бы вот есть, как, есть такое понятие дикий штамм. Дикий штамм – это тот штамм, который циркулирует в популяции, например, среди людей, и ни разу не сталкивался с антибиотиками. Да? То есть до эры антибиотиков все были штаммы дикие, и на дикие штаммы антибиотики работают хорошо. Вот, поэтому, если у вас штамм, вот, не, так сказать, до этого не контактировал с антибиотиками, то инфекцию легко можно вылечить там элементарными там, ампицилином, пенициллином, вот такими препаратами. Но сейчас найти такой штамм, который не контактировал с антибиотиками, все сложнее. Соответственно, есть такое понятие госпитальный штамм, самый сложный для терапии. Госпитальные – это те, которые циркулируют внутри больниц, стационаров, они там, значит, характеризуются повышенной резистентностью, и, значит, часто заболевания, то есть откуда они берутся, они действительно, они приходят из больниц, из госпиталей, то есть если человек, высокая вероятность подцепить госпитальный штамм как раз в больнице, даже если человек там не, так сказать, не проходит какой-либо хирургической операции, потому что зачастую штаммы могут проникнуть во время катетеризации, во время вот таких инвазивного оказания лечебной помощи. В больничной среде микробами контаминирована большая часть различных поверхностей, которые окружают там, так сказать, пациента, с которыми он там контактирует, там элементарная, не знаю, там сантехника, там белье и т.д. и т.п. Вот. Я не говорю, что все тотально контаминировано, может быть контаминировано. Вот. И, соответственно, терапия вот этих госпитальных штаммов, она представляет наибольшие трудности. В основном, большая часть заболеваний вызывается штаммами, которые, я бы сказал, занимают промежуточное положение. Они не дикие, но и они не госпитальные. Значит, как у людей, да, откуда у человека может развиться, значит, резистентность? Значит, первое – это самолечение. То есть, смотрите, вот у человека, например, насморк, он, к примеру, да, я грубо говоря, он берет, так сказать, без совета с врачом, там сопли, пошел, покупает тот же самый сумомет, начинает его применять. Там, при этом не знаю, какой у него там возбудитель, нужны здесь вообще антибиотики или это вирусный препарат. В общем, в принципе, помог, не помог, это 50 на 50, да, препарат. Ну, допустим, что он даже немножко помог или не помог, мы не знаем. Но факт тот, что с ним уже наша микробиота, она уже проконтактировала с этим азитромицином. Она уже к нему в какой-то степени адаптировалась. В другой раз, соответственно, человек примет какой-то антибиотик. И при этом вот тот же азитромицин, он убил часть нормальной микрофлоры. В другой раз он примет антибиотик, человек, повторно.
он опять убьет какое-то количество нормофлоры, а та часть, которая уже до этого выработала частичную резистентность, она выживет, она размножится. И таким образом мы сами в себе проводим селекцию резистентной микробиоты. Вот таким вот применением антибиотиков. Это совсем не безобидно. Вот есть такой как бы стереотип: я выпил, пролечился, это все безобидно. Это имеет тонкие, отдаленные последствия, о которых надо знать. И вот это самолечение, это вот та палка о двух концах, которая может ударить очень больно. И самое как бы болезненное, что может быть с человеком, который занимается самолечением, это то, что вот он борется, например, с насморком, да, или с каким-нибудь, ну, я не знаю, с чем там еще, там, с отитом, я грубо говоря, да, я не знаю, с отитом, с каким-нибудь бронхитом, вот, принимает какие-то вот такие вот антибиотики, вырабатывает в своем организме, выращивает, селекционирует устойчивые популяции штаммов, микробов. Потом, не дай бог, наступает ситуация, когда, так сказать, человек заболевает какой-то серьезной инфекцией, как бы, ну, например, да, вызванный абстрактно тем же там госпитальным штаммом. И здесь уже, когда он будет принимать антибиотики против в каком-то серьезном случае, они уже не будут так эффективно работать. И вот врачи называют таких пациентов залеченными. То есть они делают высевы, мы делаем, в лаборатории делают высевы, ставим антибиотикограммы, и мы видим, что из там 20 там, антибиотиков у него как бы чувствительность там, не знаю, к 3-5, и про такого на сленге говорят залеченный. То есть он либо был залечен врачами, либо он залечил сам себя. Залечил в том смысле, что, будем говорить про самолечение, то, что принимал препараты бесконтрольные, и это привело к тому, что те возбудители, которые у него остались, они высоко резистентные. И вот справиться с ними вот уже будет очень трудно, то есть вплоть до того, что, возможно, даже придется принимать препараты резерва. Что такое препараты резерва? Это врачи хорошо знают. Это то, что те препараты, которые не назначают в рутинной практике для каких-то банальных, не угрожающих инфекций, их держат на тот случай, когда для действительно серьезных госпитальных инфекций. И поэтому это сильные такие препараты, что называется, последней линии защиты. Их стараются не прописывать для того, чтобы сберечь чувствительность хотя бы к этим препаратам. И поэтому, если человек, не посоветовавшись с врачом, берет, смотрит антибиотикограмму и выбирает препарат, ему кто-то сказал, вот этот самый современный, самый дорогой, там, вот, бери его, там, да, но этот препарат может быть из препарата резерва, и который врачи держат на, я уже сказал, на какие случаи. Вот, пожалуйста, имейте это в виду в следующий раз, когда будете покупать таблетки для самолечения. Я надеюсь, я немножко скомканно, но надеюсь, понятно объяснил, как развивается вот эта резистентность в организме. И еще второй момент, учитывая, что я, как вы знаете, работаю и в ветеринарии тоже, второй момент – это тотальное присутствие антибиотиков во внешней среде и в продуктах, которые мы едим. То есть то мясо, которое мы покупаем, там рыба, все что угодно, продукты животноводства, конечно же, там используются антибиотики, все мы прекрасно знаем, в животноводстве не для лечения, а для кормления животных, для того, чтобы они прибавляли в массе. Это отдельная огромная тема. В общем, просто вкратце, да, то мясо, которое мы едим, содержит антибиотики. Эти антибиотики в малых дозах у нас накапливаются, тоже в малых дозах способствуют тому, что проходит селекция, чувствительная микробиота отмирает, резистентная микробиота выживает. И вот так постепенно у нас наша микробиота внутри нас приобретает резистентность. И, соответственно, вот эти все здоровые питания, вот эти все тренды, это как органик, органик фуд, органическое мясо, вот это все. То есть вы должны понимать, что это не только такие модные тренды, ЗОЖ, все такое. Если это мясо действительно выращено без применения антибиотиков, конечно же, оно будет в разы дороже,
Ну, а и оно будет в разы безопаснее в отдаленной перспективе, да, то есть, ну, мы едим там мясо там из магазина или там с рынка, какая разница, разница оно на вкус может быть одинаковое. Но понятное дело, то, что то мясо, которое без антибиотиков, оно в дальнейшем сохранит нам здоровье гораздо-гораздо больше. Еще момент, да, не могу остановиться отвечать на этот вопрос, связанный с микологией, да, то есть... В микологии аналогичная ситуация. Казалось бы, да, резистентность к грибам, как она может образоваться, ведь мы же не употребляем там с пищей антимикотики, там азолового ряда. А ведь были проведены исследования, когда брали образцы грибов, например, возбудители аспергиллеза, ну, они повсеместно, понятное дело, распространены, выделяли, например, из клумбы. Вот, брали почву, выделяли грибы аспергиллы, ставили чувствительность. И какое было удивление, то, что находили резистентность к азоловым препаратам у аспергилл, выделенных из клумбы, из почвы. Да? То есть, как бы нонсенс, да, откуда взяться вот этой вот резистентности. Стали копать, раскручивать цепочку, и, значит, что выяснилось? Выяснилось то, что вот эти вот антимикотики, препараты азолового ряда, схожие с тем, что применяют для лечения, используются в сельском хозяйстве в качестве гербицидов. То есть ими обрабатывают поля, разбрызгивают. Понимаете, разбрызгивают массово эти препараты во внешней среде. Соответственно, уже дошло до того, что даже возбудители аспергиллезов приобретают эту резистентность и заражают людей, и вылечить их становится гораздо-гораздо сложнее. Поэтому вот это в двух словах. Ну что ж, друзья, мы закончили наш топ-5 наиболее интересных вопросов, прозвучавших во время прямого эфира на моем YouTube-канале «Микробиология инфекции». Хотелось бы узнать ваше мнение, какие вопросы считаете вы наиболее актуальными для микробиологии. Вы можете оставлять свои вопросы и комментарии под этим видео. И когда я буду готовить свой следующий прямой эфир, а я думаю, что это состоится в достаточно скором будущем, я возьму для эфира те вопросы, которые вы сейчас уже можете опубликовать в комментариях. Надеюсь, вам было интересно. Любите микробиологию. С вами был Роман Овчинников. До новых встреч на нашем канале. Всего хорошего.